контакты мы получили с нашими православными, я лично только с православными старцами, и поэтому, значит, на мой путь определился как путь такой уже православный. Но дело в том, что вот буддизм никогда для меня не будет забыт, потому что это то преддверие, из которого я попал в православие, поэтому насчет буддизма на веки останусь благодарен. И вот такое тоже было событие, мы вот с моей женой Татьяной, для нас было очень такое, как сказать, волнующее событие, когда мы по православному говоря был запретен итогилов изъять из своего ящика, из этого мы наблюдали, это, по-моему, уже 16 лет прошло, и все время, значит, как-то, ну, грубо говоря, мечтали попасть сюда, вот, и у Татьяны это получилось гораздо раньше, я вот, значит, первый раз попал к нему вчера, произошла эта моя с ним встреча, вот, но, тем не менее, значит, это вот вещь, в какой-то степени, это есть посвящение ему, и, значит, это не просто вещь. Когда я сейчас сказал вещь, это не совсем вещь, потому что вещь – это произведение. То, что вы сейчас услышите, это скорее не вещь, а поток. Тут, значит, самое значит, название, значит, «Толкус пронатум», то есть нерожденный или перед тем, как сказать, рожденным. Здесь дело в том, что практически не существует ничего сформировавшегося еще. Это все эмбрионы, это все некий поток, эмбриональный поток, который не может сформироваться, еще никак не может сформироваться. Вы видите, что тут вот звучат эти отдельные звуки, вы видите, каждый из этих звуков настолько прекрасен, что его не хочется соединять ни с чем другим. И вот эта последовательность прекрасных звуков, она создает не столько какую-то структуру, не столько форму, сколько вот этот поток звуков. Но все это лишь, в общем-то, как сказать, подготовительная медитация. А самое главное, если наша, как сказать, наша задача, если наш проект состоится как удачный проект, собственно говоря, должно произойти рождение. Но это рождение начинается только после того, как смолкают все звуки. То есть рождение происходит в каждом из вас отдельно. Может, у вас дома, может, через 3 года, может, под конец жизни. Но дело в том, что, значит, вот это всего лишь подготовительная медитация для того, чтобы рождение произошло.